Диаметр камня 36 миллиметров. Колечко, повторюсь, размер 18,5. Вот так будет у вас на ручке. Стоимость этой сказки 10 тысяч рублей. Родонит Орлец. Колечко 19 размера. Родонит прозрачный. Стоимость колечка 6 тысяч рублей. Колечку есть вот такие серьги. Длина серьги 42 миллиметра. Вес 5,5 грамм. Стоимость серег 8 тысяч рублей. И на просвет это выглядит вот таким образом. Изумительный комплект, сказочный. Так, вот такое колечко у меня есть. Это сапфир Мьянма. Вот так, вот с такой звездой. Это будет на солнышке и при любом искусственном освещении. Вот такая звезда. Сапфир с эффектом астеризма, шестиугольничек, точка роста. Вот такая красота. Вес камня 58 карат. Колечко 19,5 размер. Стоимость 55 тысяч рублей. Очень большой камень, очень, для сапфира. Хромдиопсид. Ну, красота, красота из красот. Серьги 7,3 грамма. Хромдиопсид прозрачный, высочайшего качества. Вес одной серьги. Так, длина серьги 5 сантиметров. Камни не маленькие. Не маленькие от слова абсолютно. Занижение штифта 3 миллиметра. Швензы на всех наборах примерно одинаковые. Стоимость серег 9 тысяч рублей. Колечко к этим серьгам. Можно отдельно, можно все, пожалуйста. Вот так это все. 18,5 размер колечка, стоимость 6 тысяч рублей. Хромдиопсид, он же якутский изумруд. Так, второй ряд. Вот такие серьги с лабрадором. Это авторская работа. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Вот такие серьги. Швензы очень необычные. Вот так это все. Могу к серьгам подарить силиконовые заглушки вот сюда, скажем, чтобы, ну, чтобы не потерять, на всякий случай. Можно их не ставить, но вот все, пожалуйста. Камни без подложки. Вот так это все. С обратной стороны. Вес одной серьги 9,2 грамма. Стоимость этой шикарной пары 5 тысяч рублей. Длина серьги. Так, 4, ну почти 5 сантиметров. Красота, конечно, конечно, красота. Так, еще кольцо от уральского мастера, шикарнейший фуксит с включением рубина и кианита. Голубой кианит, красненький – это рубин. Красота. Колечко на подложке и вот в таком исполнении. Фуксит 19 размера.
Стоимость колечка 7000 рублей. Кольцо не маленькое. И 4,5 на 3,2 сантиметра. Вот такая красота. Так, хромдиопсид. Огромный подвес. Огромный камень. Роскошнейший камень. Вот так, двойной каст с чернением. Длина подвеса вместе с бейлом 5,7 сантиметра. Ширина подвеса 2,9 сантиметра. Высочайшего класса. Ну что говорить? Что даже вот и сказать-то нечего. 10000 стоимость этой красоты. К подвесу есть роскошнейшее кольцо. Вот так на просвет. И кольцо имеет шикарнейшую иризацию на солнце. Прям. Да, собственно, и без солнца. Смотрите, какая красота. Вот так это все происходит. Люксовый камень. Размеры по площадке 3,4 на 2,7. Колечко 18,5, стоимость кольца 12000 рублей. Большая редкость, такой размер и вот такое качество камня. Очень большая редкость. Да и подвес, собственно говоря, тоже очень большая редкость. Вообще все, что я показываю вот от нашего уральского мастера, настолько нестандартные камни. Так, это берилл с вот такой иризацией. Шикарнейший берилл, высокий, двойной каст с чернением. И вот такая иризация по камню. Вживую у меня он весь в радужных искорках. Вот так здорово это. Вот так на пальчике. 17,5 размер, стоимость кольца 16000 рублей. Так, ну и немножечко распродажи у нас. Распродажа от добывающей компании. У меня есть два вот таких роскошнейших подвеса. Подвесы 3000 и 3500. Вот так, это турмалины, они в одном и том же исполнении, но камни разной величины. Так, этот подвес 3,5 сантиметра и второй подвес 4,1 сантиметра. Разница только в размере камня. Далее есть у меня бирюза Монголия. Это старая цена. Все кольца будут по 3000 рублей. Это 18 размера колечко. Вот так будет на пальчике. Бирюза яркая. У меня на нее есть сертификат. Пожалуйста, отправлю по запросу. Бирюза не маленькая и без подложки. 3000 подвес, и к нему есть вот такое кольцо. Можно все отдельно, пожалуйста. Но вы видите, вся бирюза разная, и подвес, допустим, не подходит вот к первому кольцу. Вся разная. 3000 подвес, 3000 кольцо. Бирюза без подложки. Ну и вот такое колечко 19-го. Так, кольцо 17-го размера. И вот такое колечко. 19-й размер.
3000 рублей. Так, есть у меня еще опалы по распродаже, серьги. Вот такие необычные. Это опалы Австралия, серьги 8000 стоимость их. Вот такие зелено-голубые. Так, колечко. Так, смотрим колечко. Колечко 17 размера, 4000 рублей. Подвес синий-голубой, 4000 рублей. Вот так с обратной стороны. Вот так, смотрите, с обратной стороны. И серьги. Серьги очень подходят к подвесу, 8000 рублей. Вот так с обратной стороны. Вот смотрите, опалы, серьги подходят к этому кольцу. Очень близко, по крайней мере. А подвес прям четко к серьгам. Это если кому-то нужно будет, скажем, найти набор. Ну вот на этом, наверное, и все. Я желаю вам всем самого-самого доброго. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.